Данила пишет: «Я был раньше деревенским колдуном. Сделал на Ивана Купалу талисман, там была вода, свечи, там тролливали. Вот. Следует мне оставить его или уничтожить?» Талисман, да? Конечно, уничтожь, Данила. Ты вообще Даниил, у тебя еврейское имя. От него коробит всех колдунов. Все колдуны антисемит. Это Даниил. Еврейское имя. Ил – это Господь, Бог. Даниил – муж желаний. Значит, всю дрянь, которую ты там натворил, там, свое языческое прошлое, все это отдай огню. Пусть огонь сожрет. И все. Пусть огонь сожрет. И все.